Вот. А вон еще, это листочек. Вот, первый гриб сегодня. Поехали опять за грибами. Что-то не удержался я. Нашли красавца прям. Он тоже уже, видишь, такой. Вот. Я вам говорил, что будет последний ролик, но видите, чуть-чуть обманул. И не удержался, короче, и поехал. Да они уже все, Зай, последние. Уже. Да. Слушай, может, сходим вниз, посмотрим эти? Друзья, я думал, что все-таки один гриб в лесу стоит на весь лес. Но нет, вот подосиночек хороший. Смотрите, какой. Все-таки, наверное, удастся закрыть сезон. Но уже все, грибы уже, похоже, не растут. Но мы сейчас поищем с женой, посмотрим. А это кто у нас? О, смотрите. А, ну это вот паутинник, прикол под белый, похож. Поганки как росли, так вон и продолжают расти. О, смотрите, белый вылез. Нежданно-негаданно. О, какой махонький. Аккуратно его ложи, а то разобьешь. Вон там в кустах, посмотри, нету? Ну, вот в этом. Нет, нет, угу. По листике? Нет, что, рядом. Вот. Угу. Ну, вот видишь, как я, чуйка. Чуйка грибника это называется. Какие красивые. О, да, вот это вообще огонь. Пахнут, наверное, да? Последние грибы уже собираем, все, последние. Листики. Жена, короче, опять впереди планеты всей. Ой, да ладно, нашла прямо грибы. Угу. Ты видишь, сыро здесь. Ну, надо вот, да, снизу пройтись тоже. Ты иди там проходи, где ты проходил. Вверху, понизу. Нет. Здесь нет ничего. Не знаю. А, это белый груз уже. Стоит, наверное, с начала лета. Давай. Темнеет уже быстро. Все, уже, считай, мы полчаса только ходим по лесу, уже темно. Ну так, прям не темно, конечно, но сложновато уже искать грибы по таким потемкам. Иду, иду, иду. Все, иду. Что там? Бегу. Ого. Ну, вообще, конечно. Ничего себе. Вот это находка. Под конец-то сезона. Да? Давай. Вот это находка. Слушай, да он может потягаться с тем по красоте, да? Ну, тут краснее был. Краснее. Ничего себе. Вот это да. Так, ну что, еще дальше пройдем тогда? Посмотрим. Но его не было, я здесь ходил. То есть, когда? В субботу его точно не было здесь. Блин, мы сейчас это... Мы собираемся, мне опять потом захочется за грибами еще раз съездить. И так уже минус ночью. Минус 4 сегодня было. Уже как бы грибы-то все, по идее. А вон нет-нет, да и попадаются. Откуда вот они растут? Да, толстенький такой, вообще хороший.
Вот так вот. Ну, будем дальше смотреть. Сейчас еще в другие места поедем. Грибные. Так, пробежимся чуть-чуть, пока совсем не стемнело. Может, кости на супчик и насобираем. Если вот он посмотрит это видео. Привет тебе, Костя. Это тебе мы на суп собираем сегодня. Как я и обещал. Вот еще беленький. Жена нашла. Молодец какая сегодня. Прям бьет рекорды все. А, это же стегнушка здоровая. Да она одна такая. Нет, вон еще рядом. А, да? Думала, смотрю, эти бугорочки, думаю, есть там еще. Да, они вот так здесь в буграх. Ну что, пойдем дальше смотреть. Че, с тобой уже вдвоем. Так. Бугорочки надо проверять, походу, каждый. Грибники, кстати, еще ездят. Вот сейчас встречали пару человек. Собирают еще грибы. Пытаются, по крайней мере. Ну, не знаю, как успешно. Нет, мы с ними не разговаривали. Так. Надо уже этот фонарик для камеры покупать. Чтобы ходить вот так и светить. О, смотри. Или что это? А, поганка. Поганочка. Шляпка как будто белого придавила. На самом деле поганочка. Да, там тоже. Нет, здесь должны быть подосиновики. Вот они. То, что ты, конечно, белого нашла, это хорошо здесь. Но вообще здесь подосиновики. Должны попадаться. Нет, ты, ты слишком далеко идешь от деревьев. Они либо прям вплотную. Но они вот могут быть либо прям вплотную, вот по этой линии, либо за деревом, то есть прям к воде. Надеюсь, еще не слишком темно. Вам видно. О, смотри, тут еще раз, два, три, четыре получается. Угу. Вон пятая маленькая птичка вылазит. Ничего страшного. Семейка. Ты прям под самый корень. Ну, не под самый. Под всех, видишь, запечатлеть. Угу. Ну вот, попадаются. Уточка одна. Сегодня 6 октября. Ну вот, после работы опять, как обычно. Я же люблю после работы бегать за грибами. Насобирали на суп. На хороший суп, наваристый получится. По-любому. Ну не знаю, вот сегодня белые повылазили. Я-то думал уже как бы закрывать грибной сезон. Но что-то сомнения закрадываются, стоит ли это делать. Может быть, еще съездить пару раз. Так что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите, хватит ли этого на суп вам, вот допустим. Ну вот ведерко 10-литровое. На дне, ну все-таки маленькие грибочки есть, больших пара белых. Короче, пишите, хватит на суп или не хватит, ваше мнение. А уже темнеет, все. Уже даже звезды появляются. И мы поедем домой. До новых встреч!